15 секунд. За стеной есть пустота. Ну-ка, 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 ну-ка. Всем привет, с вами Дарья Эдра, и мы продолжаем играть в Resident Evil 7, Biohazard, и мы продвигаемся с вами дальше по сюжетке, то есть мы пойдем вставлять на улицу, к воротам, ключ-карту. Тут же монстры, как я могу отвечать на звонок? Я не могу. Эй, друг, не забудь эти две карточки, пропуск на вечеринку, смотри, не опаздывай. Дай мне поговорить с Ми. Не-не-не-не-не-не-не. Ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь войти со двора, давай быстрее, только тебя и ждут. Хорошо. Ладно. Пошли, побежали. Время не будем терять. Бля, ты чё, ёбаный в рот? Мразь, уйди. Ох ты, ёб твою мать. Нахуй идите. А, вот этот. И вот этот. Блять, ты чё, издеваешься? Все, открывай, 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 открывай. Ой! Все, до свидания, ребята, до свидания. Фух! Слава богу. Сколько у меня заряд? Там два. Сменить боеприпасы. G? Я могу из этого стрелять, блядь, как-то? Ну ладно. Подожди, ёб твою мать, G? Что такое G? Улучшенные патроны. Всё, блядь, заебись. Хорошо, пошли. А я не сохранилась, бля. А, ну ладно, я же сохранилась, да. Что-то я тупанула. Ладно, хорошо. Ты не хочешь фонарик включить? Даже при таком свете фонарик бы не помешал. На самом-то деле. Блядь, тут какая-то пати нереально, по-моему. Давай посмотрим. Здорово. Блин, ты какой-то наркоша. Спец. Итан. Итан. Итан, Итан, постой, 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 постой. У меня для тебя кое-что есть. Гляди, гляди, что у меня есть. Знаешь, для чего это? Знаешь, зачем Зое это нужно? Она думает, что это что-то особенное. Не-не-не-не-не. Нет, Итан, не особенное. Вот, вот что особенное. Видишь ли, Итан? Все хотят повернуть время вспять. Что? Что, Эвелина? Я просто хочу ему показать. Я просто хочу ему показать, что все хотят вернуться к прежнему порядку вещей. Зоя тупая сука. Она не понимает, что я не хочу возвращаться к прежним временам, пока отец нас всех не нашел. Не все хотят вернуть время вспять. Так вот, Итан. Итан? Ты можешь сколько угодно ползать под этими вонючими поганым домишкой, искать эти твои ингредиенты. Но ты ни черта не найдешь, Итан. Хочешь сделать сыворотку? Ууу, детка. Это только через мой труп, слышишь? Ну давай, Итан, что скажешь? Черт. Понятно. Короче, сейчас будет бой не на жизнь, а на смерть. Походу. Ладно, мразь. Мы идем. Мы и мой друг пистолет идем убивать тебя. Травы. Это все, что мне нужно. Чтобы обрести уверенность в себе. В каждом моем дне. Ну-ка. Сука. Ну зачем же так делать-то, блядь, а? Зачем же такой мразью быть? Перезаряжай. Нет, нихуя, блядь. Это были улучшенные патроны. Ну зачем же так делать, блядь? Я же ножик убирала.
Зачем ей все в шелках цветные облака? Надеюсь, что он настолько туп, что эти, блядь, растяжки он ставил только для себя, блядь. Так, отсюда, наверное, кто-то вылезти может, я полагаю. Поэтому. Бля, мне кажется, потом в стрессовой ситуации я грибу от этих растяжек. Именно все так и будет происходить. Мне, наверное, нужно... Скорее всего, я не смогу, да? А если я взорву? Давайте сменим боеприпасы. О, да у тебя глаз алмаз! Ну да, есть такое. Блядь, что-то мне кажется, что я что-то сейчас прогляжу. Ладно, идем дальше. Так. Пошли. Я научилась на циферки переключать теперь оружие, потому что поняла, что колесиком вертеть только себе дороже. Мне сейчас специально дают боеприпасы, да? Сука! О, ты прости за бардак! Вот мразь. Смотри на него. Бля, он не хочет мне, короче, с фонарик включить. Растяжка. Что здесь такое? Чувак, ты фонарь, блядь, включить не хочешь? Ты настолько туп. Или чё? Хорошо. Смотри, осторожно, они кусаются. Где эта растяжка? Нихера ее нету. Поэтому я вот так аккуратненько пройду. И вот тут вот скипну, наверное, свои вещи. Мне кажется... Оп! Идеально. Так, а что мне тут нужно? Ничего мне тут не нужно. Эпоксид, не эпоксид. Я пока не буду ничего крафтить. Никакие аптечки там охрененные. Это все не по мне. Код. Долбанные пароли. А, понимаю. Попробую 0814. Не-не-не-не-не-не. 0621. Не-не-не-не-не-не. 0514. Ну давай, чего ты рискни, вдруг угадаешь. Не буду. Тик-так, тик-так, тик-так. Ладно. Что происходит? Мне нужно было отойти, да? Я просто не сообразила. Лукас любит злые шутки, не дайте ему себя одурачить. Хорошо, Лукас. Как скажешь, дружище. Сейчас мы, блядь, поиграем, Лукас. Пошли. Так, Лукас. Пиздец тебе, Лукас. Что у меня здесь есть? Так, рукоятка, сломанный пистолет, древняя монета, разделитель. Ясно, мне ничего не нужно. Сейчас я по-бырому себе перемещу вот это все добро, чтобы ячейки были нормально забиты, чтобы я понимала, сколько у меня 4 ячейки. Понятно, нужно отойти, да? Больше никакой херни тут не предвидится, ладно. Да-да-да, я видела. Надо отходить. Но мы это видели. Ясно. Ну. Хорош. А дальше что? А дальше другая дверь открывается. Понятно. Блин, вот это жесть.
Вот это наебалово. Ну, мне понравилось. Прикольный чувак. Бля, какой-то из этих ящиков, походу... Не для меня, да? Ну, вот этот. Ясно. С тобой все ясно, Итан. Пожалуй, я сделаю себе действительно сильное лекарство и оставлю обычный эпоксид на что-то другое. Вот так. Так. А как определить, блядь, ящики чем-то напичканы или нет? Просто интересно. Можно потратиться на патроны, конечно. Хорошо. Вроде не так уж и сложно. Надо перезарядить пистолет. Тут стоит растяжечка. Это я видела. Не такой уж, блядь, трудный враг, оказывается. Но я не ожидала, что он появится. Блять, а растяжка-то сколько? Поехали. Ага. Понятно. Так, самая пиздецовая растяжка убрана. Самая нижняя и самая пиздецовая. Оп. Бля. Со здоровьем нормально, но я не вижу растяжек. Раз растяжка туда идет, два растяжка, и вот эта растяжка верхняя, она тоже мне мешает. Чем так хорошенько мешает. Остальные, в принципе, меня не трогают. Вроде все. Сука. Вот мразь. Так. Что там за растяжечки? Блять, ну вот нужна мне ваша древняя монета, а? Сука. Тут можно встать? О, можно. Ничего тут нету, да? Сука. Ладно, пошли. Придется вернуться и... положить. Я, блядь, не вижу, где растяжка. Наверное, уже можно встать. И положить эту грёбаную монету, блядь, в ящик, потому что она мне явно не нужна. Прошу прощения за такую беготню. Но иногда это просто необходимо. Так. Отлично. Скипнем. Назад. Отлично. Астероиды. Они мне нужны, по-моему, да, чтобы повышать здоровье. Блядь, да что ж ты делаешь-то? Применяй. Все. Уходим. Замечательно. Вы увеличили максимальное здоровье. Мне уже лучше. Это просто охренительно. Могу перезарядить патроны или не могу. По-моему, все отлично. У меня, по-моему, улучшенные патроны сейчас стоят. Можно мне обычные? Да. По-моему, где-то здесь была растяжка, да? Или он уже ее кокошил, я не знаю. Ладно. Я не вижу больше растяжек. Давайте дотратим эту хуйню. Я ясно? Больше не будем тратить эту хуйню. Ясно, 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 ясно. Это не сюда, это не сюда. Надо бежать, надо бежать. Надо, блядь, бежать. Что-то я взяла, что-то не взяла. Не знаю, что я взяла. Хорошо. Что я взяла, вообще без понятия. Так, это, по-моему, комната безопасности. Боеприпасов до хера. Давайте, короче, ничего не сделаем.
Что это за боеприпасы? Твердое топливо. Ну-ка. Так, отлично. У меня есть для баллона. Это просто шикарно. У меня есть порох. Мне не нужен, по сути, пока. Нахер. Отмычка мне пригодится. А, что тут еще есть? Что взять, что ли? Кассета. Нет, кассета не для меня сейчас. О, ладно, давайте сохранимся. На первую. Да. Правда, не знаю, сколько я записываю. Это самая проблема, понимаешь? Я, может, там до хрена, кстати, что пропустила. Даже не поняла, что я взяла в прошлый раз. Обидненько. Что мне нужно, я тоже не знаю. Понятно. Отлично. Что это? Эпоксид. Блять, возьми эпоксид, пожалуйста. Замечательно. Эпоксид мне нужен для... Ничего он мне не нужен пока. Интересно, я смогу так сделать? Нет. Глупенькая идейка. Не очень-то идейка. Но нам нужно на другую сторону. Что у нас здесь? Сильный эпоксид. Не та кнопка. Отлично. Я что-то уже теряюсь, блядь. С этой херней под заборной всей. Там лабиринт хренов. Мне сюда прыгнуть, наверное, надо, да? Просто прыгну вот сюда. И все. Давай, 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 давай. Итан, ты побыстрее все делай, потому что... Батарея. Гильз для дробовика. Это отлично. Какие-то цепи. Трава. Так, сейчас посмотрим. Бля, это что ты меня так заёбываешь? Так. Ну, подожди. У меня есть трава, есть обычный эпоксид. Из него я ничего не буду делать. Я сделаю из-за вот этой травы, из сильного эпоксида, себе охрененную аптечку. А обычный эпоксид еще один оставлю. Нет, мне не нужна, мне нужна другая. Ну и ладно. Как скажете. Хорошо. Меняем и уходим. Итак. У нас есть одна батарея. Неизвестно пока для чего. Мы только нашли батарею. А, вот. Понятно. Топливо. Взять. Замечательно. Мы вставляем батарею. Которая, наверное, не заряжена еще к тому же. Замечательно. Блять. Это не та типа батарея или чё? Да, походу батарея не та. Дамы и господа, да, мальчики и девочки, добро пожаловать в амбарный бой. Да вы чё, издеваетесь, что ли? Ясно. Держитесь честно, господа, у вас есть... Ебать там, чё там происходит? И тебя тоже в жопу. Бля, я ебала. Жирное чудовище. Так, нахер. Блять, блять! Чувак, беги! Так. Фу, блин. Итан, давай ты как. Бля, Итан, я ебала тебя, тупица. Ясно, Итан. Итан, блядь, ты чё такие дебил-то по жизни? Итан, блядь, такой ты дебил. Он стоит на месте, блядь, просто он дебил. Итан, блядь, мне кажется, мама тебя, блядь, назвала Итаном, потому что ты дебил, блядь.
Пипец, это, бля, как так можно жить-то, ёпта, Итан? Итан, тебе кто-нибудь говорил, что ты дерьмо? Пиздец, ребята, он стоит на месте, блядь, и не шевелится. Итан дебил, блин. Чё тут у нас? Давай, сильный эпоксид. Пипец. Так, а чем бы мне его, кроме как дробашом, можно еще как? Как-нибудь. Надо, короче, не загоняться на верхний этаж, потому что это все, блядь, смерть. Итан дебил, отсюда прыгать некуда. Батареи взяли. Разбили. Взяли топливо. Топливо есть. Эпоксид есть, блядь. Итан есть. Трава есть. Траву хуячим. Вот так себе. Вот эту вот херню отходим. Отлично. Перезаряжаем. Нечего перезаряжать, я поняла. Давай, короче, вот эту херню перезаряжаем. И сейчас перезаряжаем дробаш. Дробаш перезаряжен. В принципе, мы готовы для того, чтобы опять огрести по полной. Правильно? Я думаю, да. Будем здесь, блядь, бегать, что делать. Так. Понятно, Итан. Давайте сразу, блядь, мочить. Нахер. Что-то там есть. Что? Уходим. Так. Теперь. Вот мы сделаем вот так, поменяем. Тут что-то есть. Оп. А теперь, так как у нас дохуя этого хуйни. Ага. Давай. Черт, блядь, кстати, нахуй. Сука. Давай, 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 Итан. Все, ты сдох. Мразь. Ты сдох, блядь, сука. Давай, давай, давай. Сядь. Давай, 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 давай. Давай, давай, блядь, чмо, ебаная, блядь, не сможешь, ёбаный. Сука. Мразь, 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 мразь. Блять. Итан! Блять, лечись! Так, Итан. Все? Молодец. Бля! Вот этого никто не ожидал. Толстяк готов, толстяк готов. Ну ладно, все равно я его никогда не любил. Что-то еще? Кто-то, блядь, еще? Надеюсь, никого. Меня же дальше поднимут, да? Нам сюда. Хорошо. Наверное, с ним можно было не драться, да? С ним обязательно было драться? А может, и не обязательно, блядь. Можно было зайти сюда, наверное, блядь, и поехать. Пиздец. Ладно, я ожидаю всего плохого. Поэтому стану посерединке. Наверное, нам сюда. В эту сторону. Угу. Это испытания какие-то. Ну это ж пипец совсем, ребят. Мне бы сохраниться где? Это было бы классно. Игра же не может меня сохранить. Ну, она, конечно, меня сохраняет. Но было бы классно, если бы я сохранилась где-нибудь самостоятельно. Это бы внушило мне какое-то... не знаю, спокойствие, что ли. Что у нас? Два эпоксида. Со здоровьем все окей, на. По сути, ничего и нет. Хорошо. Кто ты? Чудо. Кто ты? Ты на очереди. 14.08. 14.08. Запомнил? Мне не очень хочется нажимать ничего.
лестницы. 14.08, запомнил? Я запомнила. Так. Просто даже интересно, что меня, блядь, ожидает. А, ну, конечно же, меня ожидает все самое хорошее. Растяжку-то уже все, да? Растяжек уже нет. Я могу что-то скипнуть, наверное, что мне не особо нужно. Но мне, блядь, все нужно. По сути. Рука. Блядь, рука, наверное, не нужна сейчас. У меня нет головы, поэтому рука мне точно не нужна. 14.08. Код. Нет. Вот так. Open. Но, блядь, перед этим всем делом я пойду и сохранюсь. Потому что это будет самое, блядь, правильное, наверное, решение. Мне нужно сохранение. Оно мне реально нужно. Все, что я могу тебе сказать. Сохранение у меня было где-то здесь. Раньше я говорю. Бля, нихуя здесь было дохуя растяжек. Сука. Не было у меня здесь сохранения. Блин. Что делать? Ладно. Будем надеяться на игру. Хорошо, пошли. Чувак, это проверка умений, так что не жульничай. Из кармана все барахло выкинуть. Блять. Какое барахло? А, что тебе нужно от меня? Ну, давай отмычку сбросим. Ты вообще хочешь, чтобы я голенький пошел? Все. Сука. Неужели все барахло? Давай будем пытаться до последнего. Сука. А если я оставлю себе только аптечку? И нож. Это же будет достаточно, да? Только аптечку и нож. Ну я просто так чисто проверить, насколько он долбоёб. Ой, я могу себе скрафтить аптечку. Давай одну перетащим и скрафтим себе. Ну, отлично. Вот так. Сука. Понятно. Короче, пустым идти, да? Пустым так пустым. Пошли. А. Та же комната. Have a nice day. Всего хорошего. Понятно. Свеча. Мы это проходили с вами, поэтому... Поэтому все херово, блядь. Поэтому нас сожгут заживо, это я могу точно вам сказать. Ладно, давайте это пройдем по-быстрому. Нам вот в эту комнату, где свечки. Да, именно так. Нам нужно все вот это вот сделать. Давай, возьмем. Ну как насчет сыграть в одну игру? Все, что нужно сделать, зажечь свечку и ставить ее в торт. Да пошел ты. Итан, следи за языком. Тут в доме дети где-то, кажется, уж точно не знаю. Хорошо. Давай, Итан, сделаем все так, как делали до этого. Заводной ключ. А мы можем сразу, я просто помню комбинацию. Типа повешенная, колокол и ребенок. Просто помню комбинацию, реально. Да. Комбинация та же. Отлично. F, кукла. Это все просто. Но мне кажется, чего-то стоит определенно не делать, наверное. Ладно. Поджигаем, зажигаем куклу. Вот этот поворот. Ух ты. Так. Мы получили палец. Замечательно. И главное, кстати, не давать кукле себя схватить.
тоже самое главное. А, теперь в толчке мы ищем подзорную трубу, которая нам, в принципе, и не нужна больше. Она просто у нас остается. Ну, смысла в ней ноль, на самом деле, получается. Так, пусть она остается грязной, как бы пусть я ее возьму. Дабы, чтобы все сработало, наверное. Ну, чтобы просто все сработало. Немножко ошиблась. Хорошо. Все, замечательно. Труба очистилась. Все круто. Дальше пошли. Дальше нам нужно зажечь свечку и открыть эту дверь. Давай уже зажжем. Все, прекрасненько. Идем, поджигаем. И ищем шарик. Мне, конечно, кажется, что он что-то, конечно, изменил. Хотя, хер его знает. Он же не знал, что я знаю, где... Что у меня, короче, это... Запись-то есть. Он же не знает об этом. Мне так нравятся локти и шарики. Ты-ты-ты-ты. А я знаю, это же кот. Зачем мне, блядь, это все проходить, правильно? Мне же это не надо. Кот лузер. И все. Мне же, по сути... Блядь, мне же, по сути, ничего не надо. Я просто хорошо запомню. Вот что значит, называется смотреть записи, да? То есть мы, получается, обходим момент, где нас, например, пытаются вырезать кусок плоти на нашей руке, там, да? Лузер. Да. Итан. Красавчик. Берем. Хорошо. Замечательно. Получается все. Получается, нам нужно теперь... Крутануть вентиль. Так, вентиль-то мы крутанули. И зажечь свечку повторно, вставить ее, правильно? Так, шарик нам не нужен, а вот свечка нужна. Так, ну вот и все. А дальше что делать, мы не знаем. Но мы обошли момент, где нас там... Проткнули пером. Вырезали нам на руке слово лузер. Блин. Чё, отойти не мог? Ты же знал прекрасно, что здесь происходит. Давай, Итан. Молодчинка. Итан, давай-ка. Чёрт. Давай, Итан. Итан, блядь, возьми, я же F. Чтоб тебя, давай, друг. Пиздец. Итан, не сгори. Не сгори, Итан. Блядь. Вы проиграли. Вы погибли. Хорошо. Улучшенные патроны наносят больше урон. Хорошо, Итан. Бля, ну Итан. Не, только не говори мне, что все сначала. Блин. Мне придется вырезать это, да? Хорошо, давайте я это вырежу просто-напросто. И я просто дальше не знаю, что дальше делать. Обидно. Итак. Я, собственно, подошла вот сюда и выломала тут кусок деревяшки, которая лежит на полу. Я думаю, это нам поможет чем-то, кстати, пройти. Ну, по крайней мере, надеюсь, что Итан там что-нибудь выломает. Давайте попробуем. Я надеюсь, блядь, Итан просто додумается отойти, блин, нахрен отсюда. Итану нужно бежать в ту сторону, причем быстро, но... Мать твою, что ж ты не сдох-то? Бля! Сука. Сколько там? 15 секунд. За стеной есть пустота. Ну-ка. Итан, не тупи нахуй. Не тупи! Итан! Блять. Ща ебанет, как ебанет. Ну ебанул, как ебанула. Она была для тебя, черт бы тебя побрал!
У меня ничего нет. Мне сюда еще безопасно идти? О, нет. Бля, он был здесь. Что это, голова? Что он включил? Мне интересно, у меня есть голова. Ха. Наконец-то. Так, мне нужно забрать все мои вещи. Так, водительское сообщение. Мне не нужно ключ со скорпионом. Ценная фотография. Рукоятка. Нахер мне нужно. Сломанный пистолет. Патроны магнум. Тоже не нужно. Ключ с вороны. Разделитель. Нет. Ключ со змеей. Нет. Порох. Нет. Травы. Подожди. Пищевые добавки. Нет. С днем рождения. Игрушечный топор. Рука серии D. Да. Отмычка. Да. Да, давай. Зажигательный боеприпас, конечно, ёпт. Эпоксид. Вообще, давай дальше. Гильзы для дробовика все. Сильная аптечка вся. Гранатомет, конечно. Пистолет. Дробовик. Горелка. Блядь, да чтоб у тебя аптечка. Все, да? Нож. Отлично. Итак. Можно мне, пожалуйста, переместить мои замечательные... Вот как я их... Вот их хочу переместить. Так, пожалуйста, мне переместите. Вот дайте мне. Все. Что еще? Травму могу взять с собой. Отлично. Траву одну, блядь, даже возьму. Вот так вот мне будет достаточно. Пока. Я могу сделать патроны для пистолета, кстати говоря, да? Давай. Так, вот и все. Так, теперь патроны для пистолета я крафчу с порохом. Отлично. Замечательно. Вам все как надо. Да? Я все взяла. О, сохраняшка. Что это такое? Карта. Карта испытательной зоны. Так, комната наблюдения. Здесь же сейф. Мы хрен знает где, тут выходы неизвестно какие. Блин, тут, конечно, амбар. Ёб твою мать. Хрен ногу сломим. Ладно, разберемся. Мы здесь сохранимся и, пожалуй, закончим эту серию. Она была очень достаточно нервной, да? Хотя, блядь, сколько я ее веду, я вообще без понятия. Что здесь? Мия? Мия! 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 Она жива! Ты кто? Ты где? Мы за причалом, снаружи ту комнату, поспеши. Ну что ж, Итан. Что тебе от меня нужно? Чтобы ты умер. Похоже, этот вопрос откладывается пока что. Повезло мне. Еще трюки в рукаве остались, если нет, то лучше бы тебе... Ну, Итан, если скажу, то испорчу сюрприз. А я не люблю портить сюрпризы. Что это такое? Ладно. Что такое? Короче, берем свой пистолет. Меняем эту херню. Замечательно. И идем. Идем, как ни в чем не бывало. Не будем заканчивать серию, потому что, мне кажется, я очень мало записала. Рукоятка. Да ладно. Вот это поворот. Рукоятка, значит, нужна. Ну, хорошо, значит, берем рукоятку тоже. Надеюсь, он ее оставит там, кстати. В этой последней херне. Дайте рукоятку. Я ебала, блядь. Если честно, это уже не смешно, Итан. Ну-ка. Мне кажется, это да, все, где нужна была рукоятка, это вот все. Ну-ка, бери патроны. Ну-ка. Слушай, я сейчас, наверное, их скину все равно. Да, потому что я иду Мия. Потому что... Блядь, или не скину эту рукоятку. Ладно, хуй бы с ней. Это рукоятка. Ничего страшного. Скинем травы какие-нибудь, я не знаю, что-нибудь такое. Если вдруг нужно будет. Куда я иду? Кто-нибудь знает? Наверное, следует сходить сначала сюда. Здесь ближе всего, по-моему. До этого амбарчика. Нормально.
нормально. Паксит, значит, что-то ожидается. Так, ну-ка давай посмотрим. Здоровье на максимуме, эпоксид, не эпоксид, травы эпоксид. Ну пока, пока мы ждем. Ждем. И смотрим. Смотрим, что происходит. Рукоятка, оказывается, еще, блядь, нужна. Как меня это, блядь, радует. У меня же уши болят, блядь, от этих наушников я сейчас. Я тебе так скажу. Тебе не буду врать. Нам нужно вернуться, наверное. Блять, это что за хуйня? Все, да? Типа все? Все на что-то способны? Ну ты пыталась. Ты пыталась. Она пыталась. Бля. Это же не круто, да? Нихера. То, что я хожу сейчас ножом. Вот мне надо дробаш взять. Так, на всякий. До свидания, дружище. До свидания, дружище, я опять же повторяю. До свидания. Все. Замечательно, я дошла до сохранения. Ты просто охрененно. Порох взяла. Нахера только непонятно. Недостаточно места стимулятора. Подожди. Зажигательные снаряды тоже недостаточно места. Порох, эпоксид. Это не то, что мне нужно. К сожалению, сейчас мне нужны стимуляторы. Отлично, я их приняла, это замечательно. Там трава, тут. Ладно, давай рискнем здоровьем своим. Гильзы для дробовика, отлично, трава. Гильзы. Что-то еще? Вот эта хрень непонятная. Достаточно места. Я, пожалуй, скину вот одну хрень. А можно одну скину? Нельзя. Типа нельзя, да, одну скинуть? Зажигательный боеприпас одни. На максимуме. А чё у меня с... Со здоровьем по максимуму? Вот этого нету огнемета. Печально. Патрон, отмычка. Про это, наверное, блядь, скипнуть бы. Ладно, давай скипнем эту ебаную рукоять. Скипнем вот эти вот головы, руки, потому что пока, наверное, не нужны. Я так думаю. Хотя, черт его знает. Блядь, давай возьмем. Я ж потому что потом себя сожру, если все-таки они были нужны. Отмычка. Ну, пусть лежит, и если что, траву одну скипнуть хочу. Да, вот так. А теперь сохраняемся. Вот тут уже можно сохраниться, и все. Все. Я думаю, на этом мы серию закончим. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем до следующего видео. Всем пока.